Главные действующие лица самого долгожданного праздника наконец-то прибыли в Бобруйск. Уже не нужно ехать за сотни километров в Беловежскую пущу, теперь у нас есть свой настоящий Дед Мороз. Живет волшебник в детском лагере «Мечта». Здесь, на территории детского пионерского лагеря «Мечта», была создана резиденция Деда Мороза, в которой мы любим и приглашаем детей, взрослых посетить, отметить праздник с детьми, побыть на новогодней елке. Поселился Дед Мороз возле главной елки в здании клуба, который весь украшен новогодними игрушками. С самого утра здесь исполняются заветные желания и происходят самые невероятные чудеса. Добрый хозяин встречает гостей под зажигательные ритмы любимых новогодних песен вместе с внучкой Снегурочкой. Дети заранее писали письма Деду Морозу и ложили в волшебный ящик. Дедушка Мороз открывал, читал эти письма, и все ребята без исключения получали подарки. Кто о чем мечтает? Любой желающий может сделать с Дедом Морозом оригинальное селфи, а также рассказать стихотворение и получить за это сладкий приз. Песни, танцы, загадки и хороводы со сказочными персонажами будут радовать горожан и гостей на протяжении всех новогодних праздников. Здесь предусмотрели все до мелочей. Угощение Деда Мороза горячим чаем и блинами. Это и катание на лошадях, которое тоже входит в стоимость билета. Это и знакомство с таким мини-зоопарком, где будут... И животные, не буду называть какие, пусть люди приедут, увидят их сами. Кульминацией волшебного похода стала новогодняя сказка, которой снежная королева хотела испортить праздник, но с помощью ребят добро восторжествовало. Ведь дети сопереживали героям и преодолевали с ними все трудности. И если сказать, что юные бобручане были в восторге, то это значит не сказать ничего. Мне понравилась эта бабушка Яга, Дед Мороз. Очень хотелось сфотаться с ней. Короче, все классно. Мне здесь очень круто, весело. Мне здесь нравится Дедушка Мороз и Снегурочка. Мне все нравится. Главный зимний волшебник ждет своих гостей. С 21 декабря и по 30 резиденция будет работать ежедневно, а в новом году с 3 по 12 января. Сказка начинается в 11:00, 13 и 15 часов. Гостей ожидает театрализованная программа, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек, встречи со сказочными героями. Для детей с 4 до 16 лет стоимость билета 12 рублей, для взрослых 5. Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.